большая работа проводится сегодня, в принципе, уже 7 лет. Мы восстанавливаем какую-то историческую справедливость и отдаем почести тем, кто в Одессе жил, работал и закончил свой жизненный путь по тем или иным причинам. Первое, наш один из таких объектов, это первое христианское кладбище, которое было в советские времена закрыто, открыт парк, там проводились лунопарк. Мы наконец-то договорились со всеми людьми, кто, в принципе, не зря волновался и беспокоился о том, что поскольку оно перекапывалось много раз, и что там только не было, установить или как-то все это находить, и поисково это надо перекопать весь парк и снести все деревья, потому что там уже деревья выросли. Поэтому мы решили так, там, где будут проводиться работы, и мы будем находить какие-то тела, мы будем их резюмировать, и рядом там церквушка, будем там просить, и священнослужители будут где-то там, потому что невозможно определить вероисповедание. Мы создали там музей, интерактивный музей истории Одессы, начали строительство, уже первая часть сделана, мемориальная такая стена. Первое. Второе, сейчас пороховые склады, на которых было, погибло более 25 тысяч, сожжено заживо людей. Это была страшная страница в истории тех времен. Мы вместе с Бундестагом, совместно с советником Меркель, о том, чтобы сделать там мемориальный комплекс такой, и мы уже начали это делать. 6 километр. Территория нашего Одесского аэропорта. Вот теперь вопрос заключается к нему, это кто об этом рассказывал. Ну, во-первых, наше отношение к этому предстоящим процессам, о том, что я считаю, что это нужно делать. И только дороги строить, крыши и все остальное. Значит, что мы планируем? Мы планируем первое, что нам делать, первый шаг. Создание рабочей группы, в которую войдут историки, люди, которые работали с архивами, и люди, поисковые организации, которые имеют соответствующие разрешения, лицензии и ну, все документы, которые позволяют вести этот род деятельности. Должны войти в эту рабочую группу. Второе, после этого всего организация такой разведывательных работ, проведение разведывательных работ. С выходом на место и отбивки, если так можно сказать, того периметра, предполагаемого места вот этих репрессий. Сьогодні ми провели робочу зустріч з представниками Національного інституту пам'яті, Київського спеціалізованого підприємства та інших всеукраїнських організацій, які займаються увіковіченням пам'яті людей, що загинули в часи сталінських репресій. Наразі планується проведення роботи з перезахоронення останків людей, які загинули в Одесі. Йдеться про територію біля аеропорту, відомо як 6 кілометр. Буде створена робоча група, до складу якої війдуть також історики. У планах підняти списки загиблих у 37-38 роках, провести розвідувальні роботи по периметру захоронення та з'ясувати його кордони. Наша перша чергова мета – зрозуміти, скільки там сьогодні загиблих. За різними відомостями, цифри коливаються від 5 до 20 тисяч осіб. Це дуже великий обсяг робіт та коштів. Проте ми маємо зберегти нашу історичну пам'ять і зробити все від нас залежне, щоб гідно її вшанувати. Приблизно десь на цій території в 30-х роках минулого століття знаходився так званий спецоб'єкт НКВС, де відбувались масові захоронення репресованих, розстріляних, репресованих мешканців Одеси.
І за деякими даними, в цьому місці і проводились безпосередні розстріли. В 1943 році ще румунськими окупаційною владою було проведено ексгумацію невелику, і потім це все і залишили на місці, всі ці рештки розстріляних. І в 2008 році було проведено ексгумацію одної з так званих розстрільних ям, звідки було піднято рештки 1084 осіб. Вони всі це задокументовані, і вони перепоховані на західному кладовищі. Зараз з огляду на те, що відбувається розширення міста, розширення аеропорту, виникла потреба в дослідженні цього місця на предмет саме того, щоб визначити межі того спецоб'єкту НКВС, для того, щоб далі зрозуміти, що на цьому місці можна робити. І для того зараз було проведено в листопаді минулого року міжурядову відомчу комісію, до якої звернулася в свій час Одеська міська рада з питанням допомогти в правовому полі це все зробити. І от Державна архівна служба, наш Український інститут національної пам'яті, ми задіяні в цих питаннях. Перше таке виїзний збір фактично робочої групи саме по цьому питанню. Ну, ми зараз, в принципі, на початку такого дуже важливого і тривалого для України і зокрема для Одеси процесу, бо до цього процесу прикута увага навіть міжнародних наших деяких партнерів, зокрема поляків і німців, бо тут так само були розстріляні люди польської і німецької національності. Мы, конечно, предполагаем, что здесь, возможно, есть эти захоронения, на что указывают и очевидцы, и документы, которые остались в свободном доступе. Поэтому, на наше мнение, конечно, надо провести дослеживание этой территории, выделить на это кашторис какой-то и, скажем так, вот, с возможностью локализации тех мест. Нам уже известно одно место, где в 2008 году нам показали это место, где проводили эксгумационные работы. А там не все там гладко было, но тем не менее от этого места, я думаю, надо начинать. Ну, территория большая, конечно, будут сложности, потому что есть очень много насыпного грунта, какой-то мусор сюда вывозился, будут, конечно, определенные проблемы, но тем не менее с этим можно. Мы выехали сейчас на локацию, для себя увидели, ну, потому что, как говорится, поздоровались с микрорельефом, то есть понимание немного есть уже. Так что цели, задачи пока, ну, как бы мы видим большой фронт работы, очень большой. Видим непосредственно характерные есть уже моменты. Но будем обсуждать далее уже, как уже решит местная городская власть техническое задание, какое они уже скажут. Мы как только можем выполнить именно их техническое задание. То есть это мы будем обсуждать, я думаю, уже в следующих, последующих совещаниях. Эту территорию в любом случае нужно провести эти поисковые работы, потому что достаточно много архивных документов, которые указывают о том, что здесь, да, есть жертвы именно политических репрессий, именно расстрелянных НКВД. Тут же проводились уже работы в 2008 году, то есть около 1000 было эксгумировано, поэтому ну, это нужно делать в любом случае, потому что как-никак этих людей нужно эксгумировать и належним чином перепоховати, я кажу. Тому це потрібна робота, її потрібно зробити. Вопрос, як ми це зробимо, це ми будемо вже обговорювати в процесі вже в дальніших совещаннях. В принципі, з технікою самим, ну, я думаю, в течені, думаю, місяця можна детально вже зрозуміти картину методом шурфовки. Ми будемо працювати, тобто це постепенне зняття верхнього слою, тобто до характерних появлення вже людських останків. То есть, соответственно, мы это уже видим. То есть, когда мы уже увидим, там уже идет второй этап работы. Это уже будет эксгумация, но это уже мы будем в дальнейшем уже решать именно непосредственно с местной городской властью. Стоит ли делать эксгумацию, не стоит, стоит ли далее их перезахоранивать. Либо, может быть, сделать здесь мемориал. Ну, много есть вариантов. Поэтому будем делать все поэтапно, правильно, ну, как говорится, по методике.
сказали, вот это края. Вот это края. Вот это ваш. Вот это здесь, да? А здесь не рыли, да? Thank you.